Вдова Алексея Навального Юлия Навальная назвала вторжение РФ в Украину войной Путина, а также упрекнула Украину в нежелании искать антивоенных россиян. Такие заявления прозвучали в интервью изданию «Тайм». По ее словам, в РФ десятки миллионов не поддерживают войну, однако не все готовы стать героями, поэтому они не выходят на улицы с протестами. Навальная считает, что «хорошие русские» – это очень плохая фраза, а украинское правительство якобы допускает ошибку, потому что не хочет искать антивоенных россиян. По словам Навальной, такие россияне все-таки существуют. На вопрос журналиста, хочет ли она сотрудничать с Украиной, Навальная сказала, что ей сложно ответить, ведь все зависит не только от нее. Напомним, после смерти Алексея Навального Юлия заявила, что продолжит дело своего погибшего мужа. Она также сказала, что знает, из-за чего конкретно Путин убил Алексея, и пообещала об этом рассказать. А на Мюнхенской конференции по безопасности Юлия Навальная призвала мир сплотиться против Владимира Путина и его режима. По ее словам, российский диктатор и кремлевская власть должны понести ответственность за все те ужасные вещи, которые они сделали с Россией в последние годы. Напомним, 16 февраля стало известно, что Алексей Навальный умер в исправительной колонии особого режима. Согласно официальной версии, ему стало плохо после прогулки, после чего политик потерял сознание и через какое-то время скончался. Сообщалось, что причиной тому оторвавшийся тромб. Похороны Навального произошли через 2 недели после смерти 1 марта.